Он же понимает, что он виноват. Он после этого случая, наверное, больше вообще не пьет. Так дело тут, почему пьет? Я вам говорю, все анализы проведены. И вот то, что говорят в суде, то, что говорит врач-нарколог. Максим говорит, что все было абсолютно не так. Врача он вообще не видел ни разу. Он его первый раз увидел в суде. Это раз. Во-вторых, аппарат один, запись от другого аппарата, а брали у него вообще не на таком аппарате. У него брали анализ на обычном аппарате КАИ. Ну, переносной какой-то. А должны были брать, который к компьютеру подключается, правильно? Ну, у них, по крайней мере, они так говорят. А было все не так. И бесполезно вот как-то это доказывать сейчас уже. Ну вообще на все наплевать. Какие там анализы брать? Ну вообще вот все было вот так вот. Жить не хотел.